28 марта наши тяжелые бомбардировщики нанесли удары по военным объектам и судам противника в портах Пилау и Хель, а также по железнодорожным узлам Домбатель в Венгрии и Моравская острова в Чехословакии. Немцы, используя бетонированные огневые точки, оказывают упорное сопротивление. Отдельные кварталы были очищены в результате рукопашных схваток и гранатного боя. Войска 2-го Украинского фронта развивали наступление вдоль южного берега Дуная. Советские части стремительным броском вышли к Дунаю и перерезали железную дорогу Комаром-Кьер. Немецкие войска, расположенные в районе Комарома, были прижаты к реке и ликвидированы. За 28 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 98 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 23 самолета противника.